самое место. Тут недавно кошка у меня легла на открытый ноутбук. Все, и он у меня завис. Я ничего вообще не могла сделать. Слава богу, у меня зять с головой, и вот он мне починил ноутбук. Пошлите. Симбик, идем. Это ночь так холодно, конечно, вообще. А вот сейчас днем будет тепло. Но погода все равно стоит вообще просто супер классная. Вот с Филом поедем в клинику. Вчера антибиотик поставила, вроде хотя бы слюни не текут. Что-то у него с деснами, скорее всего. Может, и зуб шатается, не знаю. Ничего тебе не буду делать, что ты боишься-то. Ой, а Молли-то где? А, вон она лежит. Сейчас мама кофеечек попьет. И по делам. Скажи, мама, по горам, по долам. Долги у нас реально очень большие перед поставщиками. Мне вообще прям уже некомфортно. Некомфортно, потому что долги копятся и практически не отдаются. Конечно, люди помогают. Спасибо всем большое, кто откликается. Ну вот, отдаю буквально по копейкам. То есть поставщику перевожу, там долг, например, висит там у нас, ну, вернее, не так объясняю. Вот, допустим, накладная у нас за поставку где-то там около 20 тысяч всегда стандартно. И вот из 20 тысяч, например, я перевожу то 5, то 7 тысяч. То есть вот так вот коплю и что-то отправляю. Также за курятину. Там у нас, наверное, 1012 уже долг. Я даже последний раз уже не стала спрашивать. Говорю, не хочу расстраиваться. Вот, они смеются там надо мной. Ну, знают, что отдам. Ну, куда я денусь? Так, Тайпан, зайди. Тайпан! Ну-ка, зайди быстро сюда. Иди домой. Вышел он. Вот такая ситуация.